В Международный день защиты детей на главной сцене Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова города Ярославля пройдет концертная программа, подготовленная воспитанницами школы и колледжа «Добрая школа на Сольбе» при Николо-Сольбинском женском монастыре. В первом отделении выступит хор «Сольба», который исполнит духовное песнопение, произведения на стихи русских классиков, русские народные и патриотические песни. Во втором отделении театр на Сольбе представит мюзикл «Дюймовочка» по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена. Роли исполняют воспитанницы детского приюта, которые обучаются в доброй школе на Сольбе. Мероприятие состоится 1 июня в 17:00. Вход по приглашениям. Адрес: город Ярославль, площадь Волкова, дом 1. Театр имени Федора Волкова. Главная сцена.